знакомство, оно состоялось не одномоментно. Это был процесс довольно-таки длительный. Скажу, что я много лет занимался различными практиками, духовными, эзотерическими, и было очень такое серьезное разочарование вообще во всех занятиях. Были тяжелые состояния, которые сильно угнетали. Сильно угнетало ощущение собственной никчемности и от того, что много лет было потрачено на различные практики и никаких результатов не было. И я начал искать другие варианты, потому что остановиться в этом состоянии было невозможно, было очень тяжело. И я начал смотреть в интернете людей, которые, ну, примерно тем же самым занимаются. И увидел посты Яны. И примерно, наверное, года полтора я за ней наблюдал. Это был длительный процесс. И в какой-то момент я даже ее спросил, сколько стоят ее личные консультации. Я готов был пойти на них. Одновременно я слушал подкаст, слушал, что она говорит, как она говорит. Слушал себя, слушал, есть ли у меня отклик на ее посты и подкасты. И в какой-то момент я понял, что да, все, с этим человеком я хочу идти дальше. И чудесным образом открылся практ. Прям вот почти, ну, через 2 недели после принятия решения. И я зашел в практ. Вот так вот состоялось знакомство с Яной. Перед тем, как именно зайти в практ, я в интернете много читал и слушал видеоотзывы. Было очень важно посмотреть видеоотзывы и послушать, что человек говорит, и самое главное, как он это говорит. И послушав, я почувствовал, что это именно вот правда. То есть это не пустые слова, то, что она говорит, потому что много людей в интернете пишут на эту тему. И я понял, что да, мне это надо. И таким образом я зашел в практ. Первое задание практа было, да, я понял, что да, я справился, классно. Второе задание практа, ну да, в принципе, я тоже справился. У меня же многолетний опыт, занятий всяких разных. Я уже довольно-таки продвинутый был. И вот выходит третье занятие. И я понимаю, что, а я сам-то дальше не продвинусь. Моего опыта многолетних практик тупо не хватает на это дело. И был выбор. Мне пришлось себе признаться, что да, вот я понимаю, что я дальше не продвинусь. Мне даже стало стыдно перед самим собой. Неприятно признавать в очередной раз, что многолетние практики не принесли никакого результата. И я взял опцию сопровождения, потому что это было очень важно и нужно, и очень ценно для меня. Я даже не знал, что такое может быть. То есть первые, ну, 3 месяца во внешней реальности, ну, ничего особо не менялось. Были внутренние изменения, да, приходили понимания, приходили осознание своих ошибок. Как, ну, становилось внутри легче, свободнее, теплее. И, соответственно, я начал лучше взаимодействовать с людьми. Потому что мне легче, мне легко взаимодействовать. Люди меня легче воспринимать стало. И я начал видеть новые возможности, на которые я раньше, ну, просто не обратил внимания. И вот в какой-то момент, после Нового года, у меня как будто включили рубильник. Стало очень много энергии, и начали вокруг происходить события, в которых я вроде бы специально ничего не делал сам. Ничего особо не пытался достичь, но я как будто попал в какой-то поток, который подхватил меня и понес. Было очень много событий, каждый день, каждую неделю. И у меня получилось решить те вопросы, которые я не мог решить на протяжении 7 лет. И это случилось буквально за 1.5 месяца. Я просто не ожидал, что такое может быть. Потому что давным-давно махнул рукой на все это. И я понимаю, что в этом очень большая заслуга Яны. Я ей очень благодарен. Именно за то, как она подносит информацию. Она подводит к тому, чтобы именно сам осознал, как оно на самом деле. И таким образом свои собственные ошибки понимаешь сам, и меняется отношение, меняется восприятие. И, соответственно, меняется жизнь. Причем очень быстро и круто. Изменения продолжаются до сих пор. Когда она голосом говорит, я понимаю, о чем она говорит. То есть, если даже какие-то вещи я понимаю не сразу, не в момент говорения, у меня начинает понимание минут через 40 приблизительно. Я вот несколько раз отмечал именно этот момент.
когда были созвоны с Яной, то есть до момента разговора я не понимал ничего, допустим, какой-то в определенном вопросе, и не знал, как это понимать, в принципе, не знал, что я смогу это понять. И вот в процессе разговора мы разговариваем, я вроде слушаю, в этот момент, пока я слушаю, я вроде да, что-то понимаю, и внутри начинает что-то происходить, начинаются какие-то движения, что-то изменяется. И я еще сам в этот момент не понимаю, что именно до конца происходит. Вот я ложу трубку, все, расслабляюсь, переключаю внимание на что-то другое, а внутри именно отклик от разговора, он продолжает происходить, как волнами. И вдруг в какой-то момент начинает приходить понимание, опа, а оказывается вот это-то так, и понимание, оно становится более объемным, именно на уровне ощущений, появляется больше пространства понимания, сознания. Нет, ни с чем подобным, аналогичным я не встречался. Я как бы занимался в системах различных, но именно ничего подобного такого не было. Эффект от вебинаров заключается в том, что когда идет взаимодействие с одним из участников, внутри меня тоже происходит резонанс. Я понимаю, что у меня есть что-то похожее. То есть нельзя сказать, что мы какие-то отдельные. Вот в момент вебинара мы одно целое, и именно происходят реакции. Все равно что-то находит отклик внутри меня. То есть я все равно меняюсь, даже если прямое взаимодействие идет с другим человеком. У меня именно доверие, оно раскрывается постепенно. Я пошагово начинал доверять все больше, больше и больше. Я просто в восторге от этих инструментов. Мне это очень нравится. И с каждым новым инструментом я приходил все больше и больше в восторг. Что не нужно ничего внешнего. Все, что нужно человеку, оно уже есть. Все встроенное. Мне это очень нравится. Яна ведет к себе. Она помогает самому понять, как нужно самому идти к себе. Для меня это как помощь близкого человека, который помогает мне именно понять самого себя, обратить внимание на какие-то именно свои непонимания, на свои иллюзии. Не то чтобы это были как недостатки, это как зажатости. Именно показывает, с какой стороны на это посмотреть, как правильно понять, как распутать узлы, которые создают эти зажимы и не дают свободному течению энергии. Потому что я узнаю себя с каждым днем, с какой-то из сторон, в которой я даже не заглядывал, а на автомате думал, что так и должно быть. Но очень многие вещи приходится о себе узнавать, и даже неприятные, болезненные. И личность не хочет признавать правду, отказывается даже заглядывать, смотреть на какие-то вещи. Я к этому пришел не за день, не за два, а за много лет практики. Я, вероятно, я шел именно к этому моменту. Именно к заходу в этот тракт, именно ко встрече с Яной. То есть на момент тракта вот у меня не было вариантов. У меня не было, вот я пойду или к Яне, или вот еще к кому-то. То есть выбора не было, собственно. Путь к себе, он продолжается, и на этом пути есть свои трудности и сложности. Бывают тяжелые состояния, но и бывают очень легкие, радостные моменты. То есть все по-разному, неоднозначно. Это как шаг за шагом. Ощущения. Их очень трудно описывать словами. Есть такое понятие у нас, я его узнал на практике, до этого было трудно описать. Ощущение как дома. Ощущение чего-то близкого, чего-то родного. Мне, например, это вот ассоциации, как вот находиться рядом с мамой в глубоком детстве, лет в 5, наверное. Все, что Яна передала, оно все ценное. Это все пошагово ценное было с самого начала практики. Нельзя выделить что-то, вот это именно самое ценное. Потому что, не поняв первый шаг, смысла нет проходить второй. Не пройдя второй шаг, смысла нет проходить третий. То есть все шаги, они ценные. Для меня очень ценный этот опыт. Для меня ценное именно водительство Яны, потому что она очень хорошо, доходчиво все объясняет. На простых примерах, которые становятся понятными. И это именно свое собственное внутреннее понимание, осознавание этого. И это понимание становится тобой, твоим собственным опытом. Самое ценное – это именно сам подход Яны, само водительство. У нее безграничное терпение объяснять с разных сторон по 10 раз одно и то же человеку, который нифига ничего не понимает ни с первого раза, ни со второго. Она с каждым разом, с новой стороны, она не устает объяснять, повторять. И именно
подводит человека к этому пониманию. Меня поражает ее доброта, чуткость, отзывчивость. То, что я начал понимать, о чем она говорит. То есть это стало ближе, это стало понятнее, четче, яснее. Если раньше это было как в тумане, то сейчас это более четко и понятно, то, о чем она говорит, более ясно. Это стало что-то близким, что-то близкое, родное. Вообще имеет смысл заходить в практику, когда ты готов к этому. То есть если человек не готов, то смысла заходить нету. Если в жизни еще все хорошо, если еще не полностью все разрушилось и есть куда отступать, да, можно подождать, пока разрушится все окончательно. А вообще я бы посоветовал попробовать. Меня именно не то чтобы напрягали, сколько я не понимал свои собственные состояния. Почему я так себя чувствую в этой ситуации? Почему я так себя чувствую в другой ситуации? Почему я на кого-то за одни же и те же слова могу разозлиться до бешенства? От кого-то я это выслушиваю прям спокойный, нормальный, и отношение к этому человеку не меняется. У меня было вот это непонимание. И поэтому я как бы не видел другого варианта, как начать заниматься. Я читал книги, самая доступная из практик это было рейки. Я получил посвящение, первую ступень, вторую ступень, пробовал рисовать символы. Ну, я не понимал, работают они, не работают, я ничего не чувствовал. То есть вообще ничего не понятно было. А желание разобраться, оно оставалось. Я продолжал читать книги. Но тоже я понимаю, что ну да, хорошо, я прочитал, что-то попробовал сделать, ну, получается, не получается, то я делаю, не то делаю, тоже ничего не понятно. Одновременно с практиками, в которых я полтора года окончательно разочаровывался, я не мог это отпустить, у меня еще было желание кем-то стать именно в этих практиках. И очень болезненное было отлипание от этого. Ну, я просто в восторге от результатов. Меня с самого начала удивила скорость появления результатов. То есть не нужно годами сидеть над одним и тем же работать. И вот ты поговорил, у тебя бах, что-то внутри изменилось. О, стало легче. В какой-то момент осознание пришло. Это упражнение сделал, вот еще что-то. Откликло несколько мыслей, которые ты считал вроде как самим собой, а потом, опа, это же мысли просто. Так, они ушли. И так постепенно этот процесс, он как бы набирает скорость. Иногда с ним трудно справляться, но ощущения после освобождения от своих ненужных мыслей, ненужных концепций, это очень становится легче и свободнее. Дышать легче, жить легче, ощущать легче. Мир по-другому, другими красками играет, более глубокими и насыщенными. Я искал сказку в жизни, но на самом деле сказка реализовывается немножко по-другому. Но это нужно было понять. Я очень люблю Лену. Это очень близкий, родной человек. Я очень благодарен ей за помощь, за чуткость, за доброту, за терпение. Я очень благодарен. Я даже не знаю, как это выразить словами, но я очень рад, что я зашел в проект. Я рад, что я познакомился с таким человеком. Благодарю за все, что она делает, за всю помощь. Я просто счастлив, что я встретил на своем пути такого человека, что я занимаюсь у нее. И как бы хочется, чтобы практика не заканчивался подольше, насколько это возможно. Очень приятно и радостно, что такой человек ведет меня к самому себе.